прошел год, и сегодня будем пробовать пармезан. На нашем канале есть видео, как приготовить сыр пармезан. Если вы его еще не смотрели, можете посмотреть. Ссылку на видео я размещу в описании этого ролика. Ну вот самое интересное, сыр вызрел у нас, зрел он год, но мне совершенно непонятно, как его разрезать. То есть я смотрел несколько видео, как разрезают пармезан, ну, 30-килограммовые головки. И у меня истерика. Я не знаю, что делать, если честно. Топор брать или... Ну, в общем, надо что-то делать. Топор или пилу. Не, даже без вариантов. Возьми меньше нож. Меньше нож. Ладно, руки себе. Я недавно рубил дрова чужим топором. И у меня так топор застрял в бревне, что мне пришлось его оттуда выпиливать ножовкой. Сложненько, конечно, но идет, друзья. Идет. Это хорошо. Пошло, конечно, криво. Ну ладно. Так, ну что? Пахнет как пармезан. Ну как его, просто колоть? Колется нормально. Так, ну, собственно говоря, показываю вам разрез и возьму кусочек. Конечно, здесь крупинок еще нету. Крупинки появляются после второго года вызревания. Вот знаете, как в старом пармезане, который там 36 месяцев. Ой, или получается... От 24 и больше. 24, да, 36. От 24, с двух лет, да. С двух лет появляются уже крупинки. Вот 30 мы покупали тогда в Италии 36 месяцев, да, трехлетний. Вот в трехлетнем пармезане они очень-очень явно чувствуются. Его, когда кушаешь, ну, там реально такие крупиночки. Ну, я думаю, что вы знаете. В общем, посмотрим разрез. Ну, вот смотрите, друзья. Вот такой вот он на разрезе. И вот так вот он, я наколол кусочки. Видите? Ну, как бы, по виду у меня претензий нет. Единственное, что вот эти вот трещины немного, какое-то натяжение произошло внутри. Но сейчас пока не понимаю, какое. Хочу попробовать. Хочу попробовать и вам расскажу. Но мне очень структура нравится. Единственное, что не нравится, вот эти вот два разлома. Откуда они взялись. Причем у него он не задубел совершенно. Совершенно не задубел. То есть вот если видите, вот здесь вот, ну, вот эта вот тоненькая корочка. А дальше уже тело сыра. Я боялся, что такая маленькая головка, что будет половина головки корочка. А так вообще отлично. Ну что, друзья. Попробуем. А я с корочкой отколол. Блин, очень круто. Ну, молодой пармезан, то есть 12-месячный, ничего не могу добавить. Вот он как должен быть, он так и есть. Это, кстати, наш первый пармезан. Возьму из серединки еще кусочек. Вообще, с корочкой, с краю. Немножко корочка подпортила вкус. Из серединки просто великолепно. Должен оторваться. Я к вскрытию пармезана, друзья, приготовил себе даже бокальчик вина. Ваше здоровье, дорогие подписчики, дорогие друзья. Ну и, собственно говоря,
за наш годовалый, так сказать, плод наших трудов. Отлично. Очень классный получился сыр. Сейчас будем делать следующий. Снимем видео. Как бы никаких ошибок не обнаружено в процессе. То есть я всегда на дегустации, если вижу, что обнаружили какие-то ошибки в нашем рецепте, вы можете посмотреть дегустацию чеддера, там реально была ошибка, наш бок, который мы допустили, я описал, в чем ошибка, рассказал, как ее избежать, то есть здесь я никаких ошибок не вижу в этом сыре. Поэтому будем варить головку в два раза больше, опять закладывать ее на год, на созревание. Этот у нас пойдет на Новый год, естественно. Вот. И снимем новое видео. Ну, просто новое, то есть действительно никаких ошибок я не вижу. Можете пользоваться рецептом, который в старом видео. Рецепт отличный. Значит, какие у меня соображения, откуда взялся вот этот вот разлом? Я думаю, что где-то у нас летом накрылся, мы были в отъезде, и у нас на 3 или на 4 дня накрылся холодильник. Ну, камера для созревания, там, короче, кнопка испортилась. На ней проводочек отгорел, пришлось менять кнопку, но я приехал и обнаружил, что у нас сыры находятся в температуре 26-27 градусов, то есть было жарище реально. Вот думаю, это единственная причина, по которой мы могли получить вот этот вот порог. Также по своей структуре сыр отличный, и по вкусу он просто, ну, точная копия пармезана, именно итальянского, такого, как мы покупали в Италии. Думаю, что если его набраться терпения, ну, не знаю, когда-нибудь наберусь я терпения, то у меня как с коньяком. Делаю там годовалые напитки в дубовых бочках, а на 3 или на 5 лет у меня, конечно, терпения пока не хватает. Но вот, может, как-то соберусь сделать там 5-летний коньяк и сделать 3-летний пармезан. Но хочется пармезан, опять же таки, если делать 3-летний, сварить большую головку. У нас нет технической возможности, нет посуды для того, чтобы там, допустим, работать со 100 литрами молока, к примеру. Ну, хотя бы из 100 литров молока, так чтобы головка получилась килограмм 8-9. Может и 10. Друзья, поэтому вот такими вот порциями, килограммовыми головками, ну тут кило 300 или кило 400, по-моему, в этой головке, такими порциями по нашему рецепту можно совершенно спокойно делать и не переживать, все получится. Следуйте нашему видео, и у вас получится прекрасный пармезан, причем он получится в разы дешевле купленного пармезана. Кстати, обратите внимание, пармезан в Италии стоит, грубо говоря, там 100 евро килограмм, а у нас стоит 20 евро килограмм. Вот мне непонятно, почему такая разница и что происходит, где, кто кому пармезан, так сказать. Вот. Ссылку на рецепт приготовления, на видео с рецептом приготовления размещаю в описании этого видео. Ну и, собственно говоря, рекомендую, делайте, набирайтесь терпения, получится дешевле, но дольше. Как бы, конечно, надо выждать, надо выдержать этот год, пока он будет созревать. В общем-то, друзья, если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Если не понравилось, ставьте пальцы вниз. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. А мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, дорогие друзья. Пока!